Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда. Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию. А значит, к миру. Ну что ж, друзья мои, я вас приветствую. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы играем в Assassin's Creed 3. Коннор, он зовет тебя. Кто-то меня зовет. Не меня, а Коннора. А, Ахиллес. Он что-то уже, походу, тут загибается, да? Старый стал. Ну же. От твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурёхи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Все, помер, что ли? Непонятно. Не, вроде дышит, лежит. Такс. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф де Грасс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Да. Ну давай, покажи. Так, а чуть у нас портреты не все вычеркнуты. Хотя Чарльз Ли скрылся, мы еще не в безопасности. Мы же адмирала вроде убили. Но тоже. Почему не зачеркнуты? Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Лабиринт Пока такой, я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание. Ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки. Ну что ж. Первая цель у нас Чарльз Ли, потом Хейтон, да, значит? Что так называется, как она? Прошу простить, Чесапикское сражение. Это что-то там, да? Сейчас, наверное, с морем. Надо думать, связано. Ну что ж, давайте. Это я что-то такое из истории припоминаю. Чесапикское сражение. Сейчас посмотрю, правда ли это или нет. Это где была куча обломков кораблей.
Часопикский залив. Ну да, по ходу дела. Вечернее сражение. Да. Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. А я вижу один старый корабль и мальчишку в костюме. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь. Но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши. Если мы это переживем. И что мне нужно сделать? Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Ну что, поплыли. Сразу предупреждаю, синхронизацию я здесь нахрен вообще не сделал никакую. Такая тупая, блин, она здесь. Не знаю, не то, что тупая. Меня уже так как-то утомило. В очередной раз многотысячно я вам это говорю. Так, в общем. Я, честно говоря, надеялся, что мы помимо Аквилы на других кораблях еще поплаваем. Но хрена с два. Это последнее сражение у нас в этой игре, друзья мои. Она уже ближится к завершению. Сразу предупреждаю. Буквально пару-тройку частей осталось. Адова Саранча. Если что такое Адова Саранча? Так это мы. Надеюсь, адмирал вернется быстро. Ну, короче, тут смотрите, такие полупотопленные корабли. Враг приближается! И тут между ними надо лавировать, и сражаться. Уничтожьте три корабля бортовым залпом. Не получилось у меня этого сделать. Знаю, это надо было, наверное, ядра другие заряжать. Мне это лениво было делать. Ну его нафиг. Неинтересно. Ай, сейчас как злопанут. Так, море неспокойное. Видите, волны мешаются. В общем, как могли, разработчики нам жизнь осложнили. Так, а что у нас там? Справа ничего вроде нету, слева. Так вот эти вот шлюпочки убиваются хорошо нашими союзниками. Так, а вот справа появились еще одни. Может быть сейчас удастся? Хрена, не удастся ничего мне. Пам-пам-пам-пам. Отлично. Так, ну это же вообще фальконеты можно зафигачить. Отлично. Ну, надо признаться, миссия красивая нарисована. Вот эта вот дымка, пожарищ. Знаменитое Часопикское сражение. Оно в истории очень неизгладимое такое оставило след. Почитайте Википедию там, или я не знаю, или у кого есть учебники по истории. Очень было знаменательное событие. Да и что ж такое-то, а? Блин, все в молоко ушло. Печаль. О, взорвался. Круто. Так, это последний, что ли, остался, да, кораблик? Да, последний. Все. Первую синхронизацию я профукал. Ух, как... Красиво смотрится, конечно. Щепа летит. Мачты рвутся. Паруса рвутся. Все ломается. Так, потопите фрегаты, поражая их в пороховые трюмы. Это я тоже сразу скажу, не выполнил. Не знаю. Старался изо всех сил. Одну только потопил. Сейчас увидите. Покоцать место здесь очень, можно сказать, изрядно. Ой, как неудачно попалось ближайшее. А фрегатов-то еще и нету. Есть какие-то эти мелкие. Жалко, линкоров в этой игре очень мало. Самое, конечно, интересное наблюдать эту битву линкоров. Сантиссимо Тринидад, если взять историю, был такой испанский линкор, считался самым громадным кораблем.
его Горацио Нельсон взял на абордаж, причем очень тактически грамотно. Ну, тоже очень долго рассказывать, если хотите, почитайте. Я это, по-моему, еще... Я не из Википедии брал, это я давно об этом читал. Но вот этим, собственно, он и прославился. Блин, успел я там ее зацепить? Нет, не успел. Ладно, хрен с ним, может быть, наш союзник потопит. Так, ну вот остались самые сложные фрегаты. Вот одну я потопил, потому что у нее уже был проломлен один из бортов с пороховым трюмом. Вот это я тут попытался, но нет, трюм не открылся и больше не откроется. Поэтому я не особо заморачиваюсь больше. Я еще и по своим тут прошелся. Надо сказать, зараза, сейчас они мне меня пощекотят, как минимум, потрепят, да. Пригнитесь, блин. А я что-то просто, на самом деле, про пригибание про эти забыл. А сносят они, будь здоров. Я, да, единственное, что удачно удается маневрировать перпендикулярно залпу. Вот, и площадь покрытия самих ядер залпов уменьшается. Это, блин, ну нету трюма, дайте трюм-то. Ну не дадут мне трюм. О, я его вообще от столкновения, он тут обнаглел, не обнаглел, а офигел. Ну сейчас-то, и сейчас не открылся. Плохо, плохо, плохо. Стреляй. Зашибись, я вылез. Смотрите, сколько он мне снял. Больше половины. Сейчас бы еще была бы синхронизация на лимит здоровья. Я бы тут еще и втройне проштрафился бы. Ой, ну так, правда, в лом уже это мне переигрывать постоянно. Это длительные такие бои. И вот так вот уже я все нервы себе истрепал. Ну его нафиг. Я уже, наверное, вас утомил этим своим нытьем по поводу синхронизации, но... Зато надо отдать должное, я повторюсь, миссия красивая. Вот это вот очень интересно плавать. Красивый пейзаж вечерний. Вот и все. И сейчас на закуску самое интересное. Так, куда он поплыл? Ну, конечно, скорости у кораблей, блин, нереальные, пипец. Эти красные надписи прям аж глаза режут. Прям по 10 раз аж их прописывают. Чтобы я знал, какой я чмошник, да? Не выполнил синхронизацию. Так, еще одного утопили, да? Ну, зашибись, блин. Вы думаете, меня это пугает? Или Конор? Нет. Правда, вот, блин, наш разобранный корабль меня больше пугает. Красота. Тут мель, что ли, я не пойму. Не, не потопленный до конца, да? Туманище такой. Это не туманище, а это смог от пожарища. Что ж, центральное сражение всей игры, что называется. По нам жарят, блин. Больно жарят-то. Ну, благо это все скрипт. Так, давайте зарядим калеными ядрами. Каленые ядра! Как больно, как же больно. Вот зачем вот мне сейчас он показывает, что я второстепенные задачи не выполнил? Я и так это знаю. Раздражает еще больше только. Абордаж! Это типа нам намекнули, да, так? Я-то вообще-то не собирался на абордаж, если честно. Я собирался уже там где-нибудь прятаться за кем-нибудь. Па-да-дам! Ну что ж.
В одиночку, что ли, Коннор, да, полез? Сейчас в одиночку раскидаем весь корабль. Давай, подходи по одному. Ну что ж, центральный, повторю, центральное сражение. Один из самых интересных абордажей. Жалко, что только что наша команда в этом не поучаствовала. Они там совсем уж обкаканные. Убивайте врагов. А это единственная синхронизация, которую я выполнил. Ждем контратаку и, собственно, гасим их. А, все, синхронизация выполнена. Отдыхайте, друзья мои. Так, а там стрелки стоят, да? Молодцы, хорошо пристроились. Блин, больно стреляют, его сволочи, а. Самое главное, что над ними не загорается, ведь ни хрена, когда залп идет. Вот обычно загорался индикатор, что вот сейчас они будут залповать. Отлично, просто гениально, друзья мои. Может быть, стоило бы сделать уровень сложности, как в Бэтмене, в том же самом, без индикаторов. Я бы с удовольствием, блин, так без него поиграл бы тогда. А то зачем вот его постоянно показывать, что он есть, и при этом не показывать. Обламывать меня, постоянно я должен нарываться из-за этой глупости на него, на залп на их. На их. А потом из коленочки все, он, смотрите, как его там заживало. Ать. Да, вот эти текстурные недоработки, конечно, тоже угнетают. Еще, блин, со времен первого ассасина они остались. У нас, конечно, в первом ассасине как-то все было более сбалансировано. Так, это Эль Капитане. Все, что ли? Как-то быстро он. Па-дам! Ну что ж. На этом заканчивается абордаж, который в одиночку мы исполнили. Валим нахрен с горящего корабля. И из этого зрелищного сражения. Так мало времени дали. Ну, благо мы успели. Да, красиво. Вот этот, конечно, момент мне очень понравился. Шляпу потерял. Ты чокнутый. Я знаю. Ну что ж, вот так вот на полуразобранной Аквиле мы взяли линкор. Это в духе ассасина, естественно. Я говорю, я тут в одиночку брал, еще будучи ребенком, брал форты. То есть это так, это нормально. Ну, красиво, красиво такое зарево вечернее. Приятно посмотреть. Вот в этом плане дизайнеры хорошо постарались. Вы снимаю шляпу. Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп. Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Лунатики. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их, так, мы пойдем под ними. Живее! Да, красота красотенская, конечно. Это миссия. Я надеюсь, вы меня не осудите, что я без синхронизации это все сделал. Главное насладиться видами. Правильно ведь? Так, ну что ж, сейчас настала пора зажечь огонь и добраться до Чарльза. Коннор, с возвращением! Когда он успевает переодеваться, а? Все на местах. Вы, Лафайет ждет вас в туннеле под городом. Сейчас тоже так обратил внимание, что я особо даже не пользовался этим. Своими ассасинчиками, которых я там спасал. Ладно.
опять, короче, очередной туннель. Так, куда здесь идти? Налево ход, направо ход. Мне кажется, я сюда зря пошел направо. Но уже пошел. Ну, да, не сюда. Идем обратно. Так, что у нас тут? Вроде пришли. Или это всего лишь чекпоинт какой-то? Там разговаривает, судя по субтитрам, да? А, вот уже эхо слышится. Загораем. Зажигаем, загораем. Всегда уже заговариваюсь. Устал сегодня после работы, ребятки, уж извиняйте. Нету сил, уже язык не ворочается. Шептуны хреновы, блин. Этот туннель ведет Дрога в нужный меня. Вам округ. А, адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И, кстати, забыл, а кто это за человек такой вообще? Там? Это с тесаком-то я помню его. Ходили там по улице, там бесновался. А этот что-то я запамятовал. Напомните мне, пожалуйста. Смешной такой. В смешном парике. Так. Дайте-ка угадаю, надо его сейчас вниз бросить. Ну да. Так, идти лучше по крышам. Оставайтесь незамеченным по дороге к сигнальному костру. Доберитесь до сигнальной башни. Вот оставайтесь незамеченным и лимит потерянного здоровья. Вот где здесь нахрен логика? Если меня заметят, я синхрен, я переигрывать буду, потому что, блин, синхронизации не будет. Опа, нифига, аж на соседнюю крышу, блин, аж перепрыгнул. Вот, ну, вот согласитесь, даже вот в самих заданиях, в этих синхронизациях, просто бредятиной воняет по полной катушке. Настолько нелогично все и, блин, несуразно. Так, надо для того, чтобы... Тут, наверное, я так подозреваю, на эту башню надо, да? Для этого придется вниз спуститься. Так, давайте не будем бежать. Он сразу раз повернулся. Мы его зато вот так вот топориком по горлу чик и приветик. Так. Опа, не тот опять среагировал. Что-то все время я как кому-то не свистну, реагируют другие люди. Причем, которые находятся намного дальше. Эй, кто-то там увидел. Ладно, все, уже не будет заморачиваться. Вроде отцепился он от меня. Лезем быстренько наверх, больше никто вроде нас не должен здесь увидеть. Я надеюсь. А то, конечно, не всегда. Стабильно. А нет, вернее, они всегда стабильно замечают и тупить потом полгода могут. Какой-нибудь жопа там увидит у вас, блин. Все, разжигаем. Пожар. На башне и понеслась. Шуц. Внутри форта? А я где был? Я разве не в форте со мной? А, нет, вру, я не в нем был. Так, а что за дом такой? А, это дом, с которого мог пробраться, да? Хорошо. Я не в состоянии сражаться. Надо избегать часовых. Только не надо мне какими-то нелепыми синхронизациями опять кормить, а? Дайте уже доиграть. Где ты, Чарльз? Его нет. Ага. Фат тебе по харе, блин. Не надейся одолеть меня, Коннор.
Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Ну, может, поспорим? Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Сразиться надо с Хейтемом? Ну что ж, давайте, я продумал, что мы в последнюю очередь будем с ним сражаться. Однако нет. Чарльз Ли будет, кажется, последним почему-то. Почему? Непонятно. Так, ну тут, в общем, надо вот рядом с объектами, вот подсвеченными, надо контратаку проводить. Да ладно, не бузи, Папик. Бутылкой на тебе, похари. Ну, надо признаться, сражение интересно выполнено. И ведь он, зараза, правду говорит. Как мне жалко Хейтема, блин. Как же, зачем мы с ним так поступили? Это самый харизматичный, самый интересный персонаж вообще за всю игру третьего Ассасина. Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что Орден нас приводит в понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Как бы мне не хотелось нажимать на кнопку на эту, блин, а? Ну, пришлось. Печально, печальный конец Хейтема. От руки собственного сына, под нашим управлением. Я поведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ. Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Одиночество удел сильных людей. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество, благородные черты. Надо было убить тебя раньше. И Хейтем, к сожалению, оказался одинок. Ну, только Чарльз Ли, походу, его поддерживал. Его даже свои все, по-моему, предали там. Больше нет амулета. Не по-моему, а точно. Чорча, вы помните? Чорча он отлавливал. Тут явно что-то еще. Хике было плевать на Орден. А остальные умерли раньше, чем ожидали. Ну что ж... На такой вот печальной ноте, я думаю, с вами, друзья мои, проститься. Увидимся в следующей части, 27-й. Вот это еще не конец далеко. Надо будет выследить Чарльза Ли, нашу главную цель. Он оказался главнее, чем Хейтем, что странно лично, на мой взгляд. Ладно, прощаюсь на этом с вами. Меня зовут Фолиот. Вы смотрели 26-ю часть Assassin's Creed 3. Большое пока.